Всем привет, вы на канале RockCD. В сегодняшнем видео у меня будет необычный обзор. Сегодня я буду обозревать оформление дебютного студийного альбома украинской нью-метал группы Toll «Синдром бажання», выпущенного в 2005 году. Группа является одной из ярчайших представителей украинского нью-метала и хардкора нулевых годов. Название Toll — это по сути аббревиатура, которая расшифровывается как «Тринитротолол» — «взрывчатка». Альбом полностью украиноязычный, все песни на украинском языке. Впервые о группе я узнал, увидевшая видеоклип на песню «Самознищення», который неоднократно транслировался на музыкальном телеканале Intermusic в 2005 году. Группа меня заинтересовала, и спустя какое-то время я совершенно случайно наткнулся на дебютный альбом в продаже, не упустил возможности приобрести его. Его на территории Украины у нас издавала компания Moon Records. Насколько мне известно, этот альбом больше нигде не издавался, как в Украине. Издавала его Moon Records вот с такой картонной оберткой рекламной, на лицевой стороне которой обложка альбома. Вот такая вот мрачная, из какого-то металла инсталляция. По сути, обложкой придает все настроение альбома. Тут мы видим название группы, логотипчик. Здесь есть пометка «ненормативная лексика». По сути, альбом в большом количестве изобилует матами. Ну а на обратной стороне здесь идет общее фото группы. И еще такая информация о группе, что группа является победителем украинского финала музыкального конкурса The Global Battle of the Bands и также заняла 4-е место на всемирном конкурсе The Global Battle of the Bands. После чего группа уже выпустила дебютный студийный альбом «Синдром бажання». Ну, внутри мы видим тоже обложка альбома идет. Альбом этот состоит из 15 треков. Здесь есть что-то вроде интро, въезд и оунтро, выезд. Три видеоклипа есть с этого альбома на песне «Самознищення», «Кто я» и «Три ки» концертный видеоклип. Также на диске есть видео, видеоклип «Три ки» и домашнее видео. Такой мясистый себе альбомчик для тех, кто любит жесткую музыку на вроде бы Slipknot, Korn, Limp Bizkit. Что-то отдаленно в этой группе тоже присутствует. Вот так вот выглядит накатка диска. Такое что-то вроде расплавленного диска. Здесь даже логотип Moon Records интегрировали накатку. И логотип группы. Две буквы Т и Л. Сзади мы видим тоже логотип группы. И к этому альбому идет буклетик-раскладка на 8 страниц. Здесь идет на 2 страницы общие фотогруппы, контактные данные, список участников, еще на одной странице благодарности участников, и на обратной стороне на 4 страницы на фоне обложки альбома идут тексты песен. Тематика текстов: агрессия, ненависть, сумасшествие. В общем, музыка сама говорит о себе.
жесткий крутой альбом, который уже по прошествии 15 лет с момента его выхода я слушаю всегда с удовольствием. Крутые здесь песни. Вот такой вот альбом дебютной группы Тол «Синдром обожания», выпущенный в 2005 году. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео. До следующих крутых обзоров. Всем пока.